Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei 55 урок. И в этом уроке я хочу показать вам еще один модуль обратного отсчета. Только уже посимпатичнее, чем в предыдущем уроке я давал. Круговой таймер. Сейчас вы вот в демо видите, как он выглядит. Круги, толщину можно назначить в настройках. Также цвета можно назначить этим кругам свои. И также можно повесить здесь текст. Когда таймер истечет, здесь будут показаны просто нули, то есть ничего больше не произойдет. Настроечек поменьше тут, чем в предыдущем варианте, который я вам показывал. Давайте перейдем на рабочий сайт, установим данный модуль. Этот модуль, он адаптивный, он хорошо смотрится на мобильном устройстве, я проверял. Летом я искал бесплатный, вот такой качественный, красивый таймер. Я все перерыл, не нашел. А вот сейчас, осенью, я наткнулся на такой вот бесплатный модуль. Данный модуль вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Устанавливаем его как обычно, загрузить и установить с компьютера. Переходим в расширение менеджер модулей, отсортируем, заходим внутрь, сразу его включаем, заголовок скрыть, позицию модуля выбираем. Привязка сразу делаем на странице. И давайте посмотрим настроечки. Давайте пока оставим как есть. Я нажму сохранить. Обновим наш сайт. По умолчанию он у нас выглядит вот таким образом. И давайте его настроим. Ну, здесь все понятно. Здесь вы выставляете год, до какой даты таймеру вести отсчет, да? Месяц, дни и время. Давайте поставим 15-й год, 12-й месяц и число поставим, пускай до 31 декабря тикает. Время оставим как есть. Бэкграунд. Видно, что сзади черный цвет вот за нашим таймером, да? Кликаем по цвету и выбираем какой-нибудь оттенок. Текст, который будет над таймером всегда висеть, указывайте здесь. Например, до конца акции осталось. Выровнять текст. То есть вот этот текст по центру стоит, можно выровнять справа или слева. Размер данного текста 30 пикселей по умолчанию. Смотрите сами, нужно увеличить или нет. Давайте сделаем 50. И цвет текста желтый. Также можно кликнуть, выбрать цвет текста. Показать секунды стоит, да, оставляем также. Переходим на вкладку Clock Style 1. Вот этот первый вариант, это у нас толщина вот этим вот кругам. Вокруг таймера нашего, вокруг наших цифр. 8 максимальная толщина. Ну и цвет для наших кругов. Можно назначить какой-то свой. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляем страницу. И у нас вот получается такая картина, да? Ну, здесь опять же надо цвета подбирать. Здесь текст не видно. Текст надо делать белым, например. До конца акции осталось. И у нас уже все с вами работает. Счетчик работает, все нормально. Осталось 15 дней, 22 часа, 20 минут, 18 секунд. И еще один момент. Если вы вдруг захотите сменить дату, сейчас попробуем вот еще раз. Например, я хочу до 2000... Для примера просто возьму, поставлю 16. Сохраняемся, обновляемся. Сейчас все сработало, но если у вас вдруг не получится сменить дату, вы увидите, что дата не меняется, то вы не паникуйте, не думайте, что он не работает. Вам нужно просто почистить кэш, даже если он у вас не включен. То есть вы переходите. Система. Очистить весь кэш. Здесь выбираете все и удалить. Но если стоит плагин очистить кэш вот такой, то очищаем с помощью него. Вот в принципе и все. Используйте данный модуль таймера с умом. До новых встреч. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но
Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email-адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.